Пожар нарастает! Разливают все! Серега, Сергей. Да охуенный чувак, я хочу выпить за тебя. Ну не блатуй, тебе это не идет. Твое дело заниматься рок-идольством. А я хочу спросить, когда будет петь Викон Дефо на Стрелянном? Скажи. Да. Что за дела-то? А Новый год? Новый год же все-таки происходит. Все пиздец, ребята. Поздняк метаться, да. Он уже наступил. Все. С новым счастьем вас. С новым праздником. С новым праздником. Все улыбаемся, оставить прощак. Отбиваем, кто знает. Дорогие друзья, сегодня в эту прекрасную новогоднюю ночь для вас будет выступать Виктория Острелина. Сегодня, но будет выступать опять же Виктория Острелина с великолепной адовой частушкой. Поаплодируем! Браво! Ну что ж, браво! Мне кажется, бис!
Мне кажется, ад мглы присутствовал вообще. Ад мглы присутствовал в полном раунде. Я просто придумаю, ну, думаю, что это происходит старый Новый год. Предлагаю наполнить бокалы, ёпта. Слава дамам КТР. Ура! Эх, что за весельба в КТР? За наших дам! Да-да! Новый или год? Я-я! По данным ФСО, пока непонятно, уехал ли Макаревич в Израиль или остался. Пока пусть он выступает. Он. Пусть пока выступает. Макаревич уехал в Израиль, апокалипсис, темнота. Все пиздец, электричество кончилось, в музыкальных кругах беда. Кто ж мне будет петь его песни, остров солнечный поворот? Самому хоть бери гитару, да ебись, оно нахуй все в рот. Может, стоит еще раз прогнуться, да тебе же не привыкать. Ты же можешь всегда вернуться, и не нужно всем мозг ебать. А Макар всех считает быдлом, ну что ж, правильно, так всегда. У евреев другая истина и другая совсем звезда. Стало тихо в еврейском центре, там не слышен твой голосок. А в театре «Шалом», что на Варшавке, там вода вся ушла в песок. Браво! 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 Так же еще столько же, ёпта. Ты прикинь, если все евреи из России уедут в раз, и цыгане, блядь, тоже уедут, и отделится весь Кавказ. Тут такое вообще начнется, не дай бог кому пережить. Так пусть, блядь, все остается, нам прекрасно со всеми дружить. Пусть жиды все работают в банках, а Кавказ продает цветы. А цыгане на всех концертах подпевают твои хиты. И дальше. А дальше, например, такая. И ты поплавай там в акваланге, скушай водки, поешь мацы. Вы же знаете, вы в России охуенные рок-отцы. Будут посланы нахуй недруги, над Руси так было не раз. За тебя нам добавят санкции, а, блядь, Обама, блядь, пидорас. Макаревич уехал в Израиль, апокалипсис, темнота. Все пиздец, электричество кончилось, в музыкальных кругах беда. Итак, мы ведем репортаж из Солнечной Ичкерии, и сегодня с нами помощник Кадырова и наша всеми любимая Вика Стрелина. Поаплодируем! Ну что же, посмотрим, что они отчебучат. Oh, for in your blood, me so can you lar? Oh, for in your blood, me so can you lar? Zarafshon, Zarafshon, send me guy show. Send the mar basma, show green kitchka chon. Send the mar basma. Браво, стреляны! В конце концов, она и на баяне, и на гитаре играет! На чемпионате мира
вчера по футболу произошел дикий пожар, оказалось, сам дьявол пришел посмотреть на матч. Итак, для вас сейчас выступают наши замечательные артисты, так что ж, похлопаем им. А мне приснилось, что мы в финале, а с замиранием сердце ждем. А все огромные деньги вложены. Аж Медведев сказал, подождем. А бой сегодня будет смертельный. А как учили отцы и деды, не за деньги, а за страну. А все мы вместе ждем нашей победы. А вспоминаются все нюансы. Негатив, атмосферы, давления. И политиков, и полиции. И предвзятые к нам отношения. Ах, как рубились наши фанаты и в Марселе, и в Амбервилле. А как топтали российский флаг, а даже некоторых посадили. Ах, будильник, ну нахуя. А чудотворную сказку прервал. А ладно, новости сейчас включу и увижу реально финал. А нахуя мне такие сны? А и футбол я такой ебал. А потому что у нашей, блядь, сборной пока, а, к сожалению, очень хуёвый финал. Тары-бары, 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 бары. Тары-бары, бары, тары-бары. Слишком, блядь, очень хуёвый финал. Конечно, слава России, ребят, мы за вас все равно будем болеть. По типу вот такая, гол, гол. Любим мы футбол. Ну и вы-то как-то не будьте, не давайте, блядь, тоже, блядь, не будьте мудачками. Всего доброго, давайте, пока, я там. Итак, с вами на канале остается Аня Секс, и у меня есть эротические прикиды. Гол, гол, любим мы футбол. Любим мы футбол, скоро будет большой футбол. Мы поддержим, конечно, вы поддержите, хотим кричать все. Гол, 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 гол. Любим мы футбол, гол, гол, гол. Любим мы футбол, на защиту взять боевичков. А 100% братьев Кличко, а Марадону, Пеле и Валуева. Жаль, Басаева, блядь, нет, и Радуева. Гол, 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 любим мы футбол. Гол, 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 любим мы футбол. Тары-бары-бары, 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 тары-бары-бары.
А посмотри, как Кадыров играет в футбол. А он всегда, блядь, забивает гол. Олимпийцам он даст мастер-класс. Дамы и господа, сейчас вы увидели обалденную, суперскую просто композицию. Посмотрим, что же будет дальше. Меня ты наградила парочкой ушей. Свой наглый хавальник ошерив до ушей. Ой, ты моя, ядрёна вошь. За что меня ты так грызёшь? Чтоб хоть немного успокоить эту вшу, а я возьму и там обочешу. Ой, ты моя, ядрёна вошь. Твои хозяйки я устрою дебош. Мне вот это вот так вот. Ой, ты моя, березовый сок, охот. Он с абсентом это, блядь. Вань, там мои приоры нормально стоят? Опа-на! С Новым годом! Абсент с березовым соком, мне кажется, это... Чё за хуйня, блядь? У меня кепки нету, блядь. Где кепка, блядь? Не, с очко. Я чекист, блядь. Я всю жизнь был чекистом. На гарморке все играли. После, когда... Долбоёбы, блядь. Новая песня, блядь. Называется «Мои волосы летят назад». Опять время метели. Водки дайте. Че, в очко съезди, блядь, ёбта, медведкова за буклом, блядь. Тоже следующий. Сегодня мы продолжаем наш Новый год, называется, и каждые люди отчебучивают клевейшие, ну, это... поздравительные высеки, чему мы охуенно рады. Слава 2013 году, называется, ну, и... Слава толерантности России, ёпта! А, Слава 18-му России, я имею в виду, хотел. 18-му ты имеешь? 18-му России. 88-му России. 18-му, 18-му утра, чтобы, сука, чтобы, блядь, хуй устояли, блядь, мудаки нам. Я хочу добавить, что где-то рядом валяется в очко немец. Некоторые люди сидят и дальше не знают, что делать, кого тёлок бороть и всё такое прочее. Они растеряны. Растеряны? Да. Конечно, ну... Аплодисменты. Стоп. Секунду. Но когда ты сделаешь так, то все должны сказать. Итак, с вами на канале остается Аня Секс, и у меня есть эротические прикиды.